На 105-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, заслуженный артист республики Валерий Зангиев. Когда началась война, Валерий Зангиев был призван в ряды Красной армии. На фронте он был практически с первых дней войны. С июня 1941 года по март 1942 воевал в составе 103-го стрелкового батальона. В 1942 году... Он был тяжело ранен. После долгого лечения в госпитале его демобилизовали по инвалидности домой, где начал работать актером Лагерского театра, а затем руководителем ансамбля «Песни и пляски садонских шахтеров». За участие в Великой Отечественной войне награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красной звезды. Более 10 медалями, в числе которых за оборону Кавказа, за победу над Германией, за боевые заслуги и медалью Жукова. Также был награжден медалями за доблестный труд. А в прошлом году указом главы Северной Осетии Валерий Зангиев награжден медалью во славу Осетии.